Так, прием, прием, всем привет. Проверка, проверка, проверка. С вами Казуку Family. Welcome to Family. Так, в общем, ребят, посмотрим. Может быть, это будет либо последний стрим, либо предпоследний, может финал, может нет. Все присаживайтесь поудобнее, присаживайтесь, делайте чаечек, кофеечек, соки, не соки. Не забывайте про лайки, приглашать друзей и обязательно про колокольчик. А мы... Let's go. Давай! Звучало эротически. Давай. У меня такой звук. Так, подожди. Хрясь. Снова песочек. Welcome to motherfucker. Так, подари-ка. Так. И утек. Так, подожди-ка. Принц, не бушуй. Не бушуй. По-моему, дальше, да? Мне одному кажется, что все правильно, нет? В смысле? Так, подожди, а почему ты не можешь? Может, да? Раз. Два. И три, да? Хлоп. Мы все правильно и верно сделали с вами, да? Хлоп. Хлоп. Так, а дальше как? Подожди-ка. Так, вот это уже интересно. Мы оттолкнемся. А, подожди, если мы оттолкнемся. Мы оттолкнемся от той. Подожди-ка. Или нет? Или оттолкнемся все-таки? Так, подожди. Все верно, мазафака. Ой, а сейчас тут будет пиздец. Ой. Подожди-ка. Нам же обязательно нужно оттолкнуться. Ну да. Или нет? Или да? Так, подожди, Хорошо, а в какую сторону они все толкнулись? Чего? То есть я крутить уже, блядь, не могу? В натуре, блядь? Подожди-ка. А куда тогда? Куда тогда? Объясните, пожалуйста. Вниз? Подожди. И что дало? Ворота открыты. Ну я-то в курсе. Что ворота открыты. А можно типа за эту херню зацепиться? Подожди. Принц! За эту херню зацепить? Блять. Он идиот? Я иду! Блять. И как ты идешь, вопрос? Надо было сказать Джерониму, ну да ладно. Так, подожди-ка. Вот. Пошли. Пошли.
Пойду. Да, красивые все-таки места. Ага. Смотри, разлом. Подожди, посмотрим, куда ведет этот коридор. Хорошо, ты можешь воспользоваться разломом. Скоро увидимся. Я здесь, вверху. Попробуй потянуть за этот рычаг. Это что, тупо для воды? Серьезно? Ой. Ой. Блять! Твою мать. А как я допрыгну, вопрос? Ох. Можно и так, ладно. Чё, блядь? Ты думаешь, я смогу перепрыгнуть здесь? Давай! Попробуй! Что будет, то будет! Вот ты где! Охренеть, это как мне нужно рассчитать? Подожди-ка. Блядь. А... Встретимся по другую сторону этих ворот. Осторожно. Ты тоже будь осторожна. Ай, блядь. Так. Мужики шайтаны, а. Я здесь. Я не могу открыть эти ворота. Заряжай что-нибудь. Да добей ты этих шайтанов, а. На-на-на-на-на-на-на-на. Трянь, тя-тя-тя-тянь. Своего бьешь, красавчик? Да. Опа! 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 А ты уже большая жопа. Опа! Давай, иди сюда. Смотри, какой у меня красивый меч. О! Ты чё такой дерзкий? Как пуля рейский, а? Опа! А все потому что... Вау. Птички. Так, подожди, я так понимаю, что нам наверх. Тут все в тупике. Тупике. Обсерватория, зал знаний. Ага. Зал знаний мы проходили, да? Готово. Я начну свою историю отсюда в следующий раз. Так, второй раз сохранимся. Блять. Най-на-на-най. Двор зала знаний? Серьезно? Готово. Я начну свою историю отсюда в следующий раз. Так.
Лесенка намекает, что на нее, да? Ной-но-но-ной. Ной-но-но-ной. Так, подожди-ка. Хер тебе! Вау. Подожди-ка. Ной-но-но-ной. Ной-но-ной. Вот ты пидор. Ной-но-но-ной. Ной-но-но-ной. Най-най-най-най. Вау. Блин, какие тут виды вообще, ребят, просто пиздатые виды. Так, подожди-ка. О-о-о. Так, подожди-ка. Ой-ой-ой-ой. Сюда? Подожди. Стоп, принц. Най-най-най-най. Что ты делаешь? Я не знаю, я придумаю по пути. Ага. Все придумаем по пути, блять. Стоп, подожди, а он же тут это. Не разобьется же? Не разобьется ли? Твою мать. Чё я туплю, блядь? Най-най-най-най. Най. Вау. Бля, какие красивые виды всё-таки, ребят. Най-най-най-най. Най-най-най-най. Здорово, пацаны. Опа. Чё, твоего брата убил, да? Ой, ну простите. Просто возьмите да пососите. Офигенные все-таки виды. Просто офигенские. Най-най-най-най. Так, подожди, а как нам теперь? Мы же... тут хитрожопка сделана. Так, подожди. Тихо. Подожди-ка. Так. Надо разогнаться до того места. Най-най-най-най. Най-най-най-най. Тра-та-та-та. Ну все пока логично просто, да? Ой. Ой, а как подняться? Нельзя? Стоп. Или не хватает этого? Подожди, тут шипы. Тут нужно крутить. Какую сторону? В эту? Най-най-най-най. Я выхожу. Ага. Я мог бы жениться на ней. Она ведь все же дочь Магараджи. В ее жилах течет королевская кровь. Кроме того, разве есть лучший способ обуздать ее в высокомерие? Не так уж плохо, когда в женщине есть сила духа. Это вызов. Вызов. Так, ой, подожди. Ха-ха, серьезно? Можно было так наебать систему? Так просто? Интересно, я все бы додумались до такого. Опа-на. А, нет, это этот светится. Чего? Най-най-най-най. Чё за... Чё это за... Най-най-най-най. Опа-на. Тут.
ты, блядь? На-на-на-на. Так. Опа-на. Вот ты где. Вот ты. Пошли, это не может быть очень далеко. Подожди секундочку. Я хочу еще раз сохраниться. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Да ё-моё. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Так. Так, а куда дальше нам топать? Наверх? Походу, что да. По-моему, сюда, да? Чё, серьёзно, скоробеи? Только не опять. Да ладно. Это ж всего лишь, блядь, ска... Так, я что-то не понял. А чё, они телепортируются, что ли, блядь? Ребята, вы наглые что-то слишком, а? Чё вас слишком... Слишком так до хера, а? Так, подожди-ка. Ура-ра-ра. Такс. Опа-на. Ха. Смотри, это мост к башне рассвета. Ага, это у нас башня рассвета. Нифига себе башня рассвета. Что? Да вроде ничего. О. Осторожно. Подожди, а там что-то внизу есть или мне кажется? Подожди. О, песок. Хлоп. И нет тебя, дружище. Воу. Воу-воу-воу. Бля, ребят, полегче. Я, конечно, понимаю, что вы хотите моей крови, но кровь с песком не особо ассоциируется. Понимаете, не? Блять. На как нахуй тебе в пальмы? Это объясни, пожалуйста. А, ну тогда понятно, почему мы такие злые. О, еще песок, нихуя себе. Не, ну мы конечно, придут, еще сказать. Ты мне комбо, блядь, мешал сделать, ты, черт. Блядь. Нормально. Ну, можно и так, ладно. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Ток. Ток-ток-ток-ток. Ток-ток-ток-ток.
Зато всех убили. Всех убили. Так. Так, а тут мы ничего сделать не можем, да? Кряк. Кряк. А, ну если только так. Ха. Как-то нужно открывать эту хрень. Осторожно! Осторожно! Блин, ты что? Ты должен. Ничего. Сейчас тюрьма будет. Интересно. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Угу. Интересно. А это где мы уже, получается? На крепостном валу. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Ага. Так, подожди-ка. А как открывать эту хрень? Фара. Пролезай. Я попробую найти путь вниз. Давай. Ой. Я не могу открыть эти ворота. Но есть еще один, на другой стороне. Оставайся там, я скоро буду. Подожди-ка. Ага. Ага. Так. Да прыгнули, чё? Моего отца была подобная тюрьма. Я никогда не входил в нее. Но теперь я стоял здесь в роли заключенного, ищущего выход. Ну все, ребятушки, вам жопка. Так, подожди, а куда ты дальше-то? Блять! Воу. Ага. Блять, серьезно? Ну ладно. Блять! Ну если только так, то ладно. Да ёб твою мать, вот это то, что он не особо сильно состыкуется. Это такой пиздец просто. Серьезно? Воу. Вот это, конечно, было нежданчик прям. Воу. Прям игра заставляет это не расслабляться в этом плане. Воу, а куда? Воу. Ёб твою мать, они же это, наверное, падают. Ебануться. Воу. В натуре падают. Воу. Воу.
Нехило так. Реакцию надо иметь. Ёб твою же мать. Тан-тан-тан-тан. Тан-тан-тан-тан-тан. Мы играем здесь с тобой навсегда. Ты не знаешь, как играть нужно, ага. Не злись, просто расслабься. Получай ты просто кайф. Кровь с песком да-дам. Просто будь собой. Трахни всех ничтой. Будет все не так. Это же Аллах. Тан-тан-тан-тан. 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 Лан-лан-лан-лан. Это просто Эд. Это просто Дэд. Это просто Бэт. Ты будь собой. Будь собой всегда. Опа-на, нихуя ты дал. Опа! Тан-та-дан-та-дан. Тран-та-дан-та-дан. Трун-ту-дун-ту-дун. Шепчу-шинку-ту. Ту-ту-ту-ту-дун. Да ёб твою мать, дайте. Ладно, одного раз потрошил. Да блядь, ты заебал, сколько я на тебя песка потрачу, чёрт. Дан-дан-дан-дан-дан. Дан-дан-дан-дан-дан. Парам-парам-пам-пам. Воу. Воу-воу-воу, подожди. Хотя бы одного. Опа. Это просто трэп. Это просто трэп. Это просто трэп. Да блядь. Да ты заебал, слышь? Блять. Давай с обоим сторон своего, блять, распотроши, придурок, блять. Ебать тут кулаковых, блять. Ебать! Слышь, малыш, а ты это, дверями не попутал? Ну давай. Хлоп. Хлоп. Ну наконец-то они сдохли, блядь, заебали. Тран-дан-дан-дан. Тан-тан-дан-дан-дан. Музыка закончилась, а мне так хотелось нам. Там написано какие-то числа. Ладно, ох, вы что хотите? Ну да, интересно получается. Заковырки, тарапырки, сохраняшки. И поняшки, да? Так, короче, нам нужно двинуть ящик, потому что это нереально сдвинуть за время. Зато скелету комфортно в этом ящичке. Да, капец, ужасно, как представишь, как кого-то просто в клетке закрыли и как животное держали. И человек просто умирал. И пиздец. И превращался вот в такого немилого скелетика, блять. Да. Ладно, не будем о грустном. Надо придумать, что сделать дальше. Так. Понятно, это куда-то ведет, да? Тан-дан-дан-дан. Тун-дун-дун-дун-дун. Ох ты, мать твою.
готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Хорошо, решено. Я женюсь на ней. Я скажу ей об этом при первой же возможности. Пришло время положить этому конец. Хватит играть в прятки. Ой, все зашло так далеко. Глупо отрицать то, что мы оба чувствуем. Ну да, понятно, что у них между фарой движуха. Так. Думаю, какое сохранение перед записать. Ага, над ванной подземный резервуар. Как ты меня назвал? Ну давайте, как ты меня назвал. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Так. Чё, пошлите смотреть, что там? What the fuck? Подожди, ты, блядь, не в ту сторону. Принц, ты, блядь, не в ту сторону бежишь. Чё за фигня? Ничего не пойму. Камера пыток. Я первый раз видел подобное устройство так близко. Так близко, что мог потрогать. И где те люди, чьей работой было задавать вопросы, добывать ответы, которые были нужны его королю? Где они теперь? В конце концов, они встретили ту же судьбу, что и их жертвы. Все равны перед песком времени. Это открывает вот что за хуйню, да? Интересно. Ладно. Это получается, надо быстро использовать вот эту. Использовать... Да, блядь. Принц. Использовать вот эту, да? Да, подожди-ка. Раз, два, три, четыре, пять. А дальше, блядь. Куда? В смысле, блядь? Понятно. Все ясно. Да, подожди-ка. Что за... Здорово. Нахер по... Идите, блядь. Да, идите в жопу, мана. Чё, еще одна доебется до меня, да? Ну давай. Все? Остальные съебу дали, блядь. Так, подожди-ка, принц, не это. Оу. Бля, красивое место, однако. Так. Да ёб твою же мать. Так, подожди-ка. Он же не оттолкнется. Точнее, он же не сможет оттолкнуться, это нереально. Подожди. Ебать, серьезно? Ебать, а как я должен это отталкиваться, ебать? Как эта хуйня работает? Да, блядь, серьезно, как? Как нормально отталкиваться? Блядь, серьезно, как нормально отталкиваться? Я нихуя не пойму. Вопрос, как? Блядь, как? Блять, реально не смешно, вот честно. Блять, быстрей. Да, блять, закрой ты эту консоль, нахуй она нужна.
ебать. Я, блядь, думал, нахуй это. Блядь, а дальше как? Ебать, серьезно? Ебануться. Пиздец, это трэбл просто. Просто трэбл. Блядь, пиздец. Меня эти отталкивания Чего, блядь? В смысле? Подожди-ка. Блядь. Нихуя себе повороты, блядь. Ебануться. Воу. Чё за? Оу. Чё, блядь? Серьёзно? Лестница будет рушиться, блядь? Нихуя себе поворот, блядь. А предупредить можно было, нет? Охуенный трек. Мне нравится. Нихуя ты дал, блядь. Слышь ты, блядь. Чумба, блядь. Да, блядь, вы заебали троя на одного, блядь. Где логика в этой вашей игре, блядь? Где? Ладно. Я просто любить, мама. Ла-ла-ла. Да, блядь, иди нахуй. В натуре заебли корабли, что летят далеко между нами. Стена. Вот такая хуйня. Так, подожди. Давай. Да, блядь, кого ты, блядь, бьешь, принц? Тут с прицеливанием вообще беда. Нахуй пошел. Вот я уверен, вот если бы я это не сделал, мне бы по щам дали просто. Блять, еще саблеров не хватало, блять. Блять, репутатор вообще. Да, блядь, я не могу отбить, кстати, вот молот, блядь. Нихуя себе, блядь. Вы чё, блядь, ебанутые, что ли, блядь? Пидоры ёбаные, блядь. Я в ахуе просто. Да нахуй пошел, я сказал. Блять, нихуя заблокировать даже нельзя, блять, их удары, блять. Ёбаное, блять, закликивание, я отвечаю, блять, у меня полное. Нахуй мне вид от первого. Да, блядь, за... Да, блядь, ну в смысле, я, блядь...
поворот, блядь, не могу сделать. Вы чё, блядь, ебанутые, что ли, блядь? Да ебать. Блядь. Да какого... Какого лешего, блядь, я не могу заблокировать ни один ебучий удар, блядь. Что это за правая кнопка, блядь, в Ассасине первом и то, блядь, она нормально, блядь, работала. Вы чё, блядь, ебанули, что ли? Чё за... Что за ебучий дисбаланс, блядь? Блядь, ебучий дисбаланс, блядь. Кнопка нахуй. Да вы чё? Да, блядь. Да этот слабый, блядь, а вот тот саблёр меня, блядь, бесит. На ему по щам, дай так пару раз и все, блядь. Ты будешь стрелять, блядь, фара, давай. Да, понятно, фара, блядь, тупит. Пиздец, блядь. Я еле вздохнул, блядь. Потому что это пиздец, блядь. Что тут, по... что тут скажешь, блядь? Еще какой, блядь, пиздец. Подожди, это мы... Какой момент у нас тут? Непонятно какой, но интересный, да? Ага. Платформы. Ящик какой-то, блядь. Ага. Это получается, она возьмет этот кинжал, да? Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Все хорошо. Это я. Это я. Смотри, наконец-то мы здесь. Это башня рассвета. Да это я уже понял, блядь, что это башня рассвета. На крепостном валу. Наконец-то мы здесь. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Но я чувствую, мы вообще близко к финалу. Очень близко. Так. Что это дает? Чего, блядь? А, это получается ящик, ящик нужен, да? Подожди, а он так заберет. Чего? Ага. Ладненько. С какой стороны эта хуйня? Подожди-ка. Ага. Да, блядь. Так, а дальше? Серьезно? Это мне, блядь, надо успеть, блядь. Да давай, принц.
Так, давай. Давай. Быстрей. Толкай. Понятно. У нас тут дефицит. Давай. Хлоп. Так, и куда... Все понятно. Так. Вообще, как бы не сложно, но геморройно. Все это проходить. Так. Я, пожалуй, сохранюсь, мало ли. Не хочу я по 100 раз одно и то же проходить. Сами понимаете. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Сколько раз ты эти истории отсюда начинал, принц? Вот честно. Так. Секундочку, так. Блять, она хотя бы на время не будет, не? Это башня рассвета, блять. Да. О. Блядь, я же птиц могу блокировать, чё за хуйня? Да... Да нихуя себе, блядь! Ебать! Птичка, ты чё нахуй? Такс. Секундочку, я кое-что тут проверю, сколько по времени тут осталось топать. Ну тут совсем очень близко до финала. Очень близко. Мы тут, наверное, скорее всего, уже после лифта, уже и скоро финал. Так. Ага, комната какая-то. Я обожаю, когда ты так делаешь. Ха. Обожает, когда стенки принц пилит. Прикольно. Пойдем со мной. Пожалуйста. Ты думаешь, она с тобой пойдет жизни пополнять? Маловероятно, принц, маловероятно. Ну да ладно. Хоп. Хоп. Фара, как долго меня нет? Фара, как долго меня не было? Так. Идешь? О чем ты говоришь? Ничего. Так, подожди-ка. Будь осторожна. Чего? Ты же знаешь, не все является ловушкой. Бля, красивое место, однако. Воу. Бля, реально красиво. А вот и лифт, да? Ну чё, блядь, погнали. Слишком просто. И где враги?
знаешь, не все является ловушкой. Ну да. Блять. Помоги. Ёбаный в рот. Да. Ебать. Вот этот момент, я не знаю, раза... Да... Слышь ты, блядь, саблёр. Охуительный актер, блядь. Ой, этих копеечков вообще ненавижу, блядь. Там... Да, блядь, ёбаный копеечки. Пищик, блядь! Ебать, ты серьезно? Ты серьезно, блядь? Пиздец. Они, по-моему, это. Ладно. Блять, вот булавистов тут, блять, не хватало, вот честно. Да ну на, пошел. Да, блять, ёбаная... Ёбаная мышка, блядь, я не знаю, ёбаная клавиатура, блядь, я не знаю, ёбаный дисбаланс. Тут, блядь, не знаешь, на что, блядь, скоммуниздить, блядь, просто. Нахуй пошел. Блядь. Помоги. Помоги. Дисбаланс, принц. Чего еще дисбаланса, блядь, не было? Помоги! Да, блядь! Я уже заеб... Да я заебался уже бить по клавиатуре, блядь! Заклик... Да, блядь, закликивание ёбаное! Помоги! Да хоть спереди, блядь! Да, блядь, ты заебал! Ты за... Я не знаю, сколько... Ебать! Слышь ты, черт, ёбаный, блядь! Да нахуй иди! Да заебал, бить! Саблёр ёбаный, иди нахуй. Да иди нахуй, саблёр, блядь. Дай мне врага добить, заебал, пидор ебучий. Помоги. Блядь, саблёр. Да ты... Блядь, да ёбаный в рот, да определись ты уже, блядь, кого ты бить будешь, блядь, принц, ты меня реально уже заебал, пидор ебучий. Я, блядь, уже не могу, блядь, нацелиться нихуя ни на кого, блядь. Угу, блядь, конечно, нахуй, на, блядь, я сказал, пошел нахуй, сосе делай, блядь. Да нахуй, сосе, блядь. Блядь, как этот блок работает? Как этот блок работает? Да, блядь, они блоки ставят, блядь, эти пидоры, блядь.
Помоги! Я, блядь, ни одного... Помоги! В рот хуй положи, помоги. Блядь, помоги нахуй. Попробуй сама, блядь, отбиться от этих чертей, блядь, тупая фара, блядь. Да, блядь, я блок. Я, блядь, не могу никак, блядь, победить помоги. Этого пидора, блядь. Слышь ты, блядь, малыш, нахуй. Вали нахуй отсюда с моей территории, блядь, гандон штопанный, блядь. Пиздец. Ебануться. Просто пиздец. Это реально пиздецовый момент. И чё? Он остановился. Я в курсе, что он остановился, Фара. Попробуй этот рычаг. Давай, поторопись. Песочные часы где-то неподалеку. Я чувствую это. Чувствуют как? Я не могу объяснить это. Пиздец. Вот и часы, блядь. Так. Так, наконец-то мы здесь. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Ага. Давай. Так. Ну да, песочные часы. Ага. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Такс. Здесь никого нет? Ага. Теперь взберись наверх песочных часов. Ты такая простая. Забраться наверх, песочных часов. Так. И? С какой площадки? У тебя получилось! Возьми кинжал и ударим в центр купола. Армия моего отца разграбила твой дворец, сделала тебя рабыней. Что? У тебя есть все причины ненавидеть меня. О чем ты говоришь? А теперь ты хочешь, чтобы я поверил тебе? Не останавливайся, у нас нет времени. Дай мне этот кинжал. Кинжал! Он не должен взять кинжал! Я стоял лицом к лицу с моим врагом. Я смотрел в его глаза. И я потерял.
и все. Рок. Как ты мог? Кинжал был в твоих руках. Почему ты колебался? Ты считаешь себя умнее всех, но ты ничуть не лучше других. Эти солдаты, все, что они могут, это сражаться, уничтожать. Почему я доверилась тебе? Почему ты не поверил мне? Извини. Где ты? Я здесь. Возьми мою руку. Не уходи. Я не хотела говорить этого. Нет, ты права. Все это произошло по моей вине. Я жаждал чести и славы. Это я навлек эту беду на нас. Ты мужественный и добрый. Если уж такова наша судьба, по крайней мере, кинжал будет похоронен вместе с нами. И мы навеки будем вместе. Что это? Ничего. Ты дрожишь? Я просто не люблю замкнутые пространства. Должен же быть какой-нибудь выход отсюда. Когда я была маленькой, моя мама сказала мне секретное слово. Она сказала, что когда мне будет страшно, мне нужно просто произнести это слово, и откроется волшебная дверь. Я никому не говорила об этом. Я понимаю, почему. Это самая несерьезная вещь, что я слышал. Что это было за слово? Какалукия. Какалукия? Это ты сделал это? Нет? Фара? Ага. Интересно. Это у него глюки, что ли, или что? Я уже забыл. Ого, как долго. Что, реально так долго крутиться или как? Офигеть, как долго. Ого. Ого. Где ты? Ох, разве это не прекрасно? Что прекрасно? Где ты? Пам-пам-пам-пам-пам. Если бы мы только могли остаться здесь. Ага. Что ты делаешь? Я ищу тебя! Что за... Что за? А откуда я знаю, блядь, в какую дверь? Какого... Раз, два, третий. Где ты? Хорошо. Может, тогда в предпоследнюю? Должно быть, это не просто так. Хорошо.
Блять, что хорошего? Фара, где ты? Я здесь. Чего, блять? Хорошо. Куда там эта богиня смотрит? А, подожди, а сколько дверей у нас? Раз, два, три, четыре, пять. Где шесть, ты? Семь. Семь. Может, имеется в виду пойти тогда не в эту. Не в эту. Семь, шесть, пять. Пятую, что ли? Нет. Ладно. 7, 6, 5. Четвертую, что ли? Фара, где ты? Ага, в четвертую. Фара? Потом. Если бы мы только могли остаться здесь. А я откуда знаю, в какую потом? Ну, допустим, а дальше? Что ты делаешь? Я ищу тебя! В третью? Стоп, подожди. Это пиздец какой-то. Подожди. Где ты? Семь, шесть, пять, четвертую. Ну? Допустим, вышли из где этой. Где ты? Я здесь. Может, имеется в виду в эту? Окей. Пара. Мы вышли из этой, окей. Может, нам искупаться? О чем раз, ты говоришь? Где два. Ты? В третью, что ли? Нихуя себе! Серьезно? Раз, два, в треть. Стоп. Может, имеется в виду вот в эту? Да, блядь! Я уже запутался в этих ебаных дверях, блядь. Раз, два, Фара, где три. Ты? Стоп, четыре. Ну, четыре. Где ты? Раз. Два, три, то есть четыре, три, а Фара, дальше? Где ты? Блять, пиздец, как это проходить? Это ж просто ебануться, палки гнуться, блять. Подожди. Хорошо, допустим так, дальше. Раз. Два. Где ты? Я здесь. Третий он выходит. Допустим. Блять, я нихуя не понял. Подожди-ка. А, в первую, что ли? Нет, во вторую. В первую, да? Где ты? Во вторую. Где ты? Я здесь. Блять. Подожди-ка. Раз, два. В эту, что ли? Да ёбаный в рот! Блять, как это работает, хуйня? Фара, где ты? Ебануться. Раз, два, три, четыре. Где ты?
Фара, где ты? Я здесь. Пиздец, я ошибся. Насколько ошибиться можно, блядь, это ж пиздец. Раз, два, три, блядь, четыре. Потом, где блядь. Где ты? Раз. Я здесь. Два, блядь. Три. Вот. Фара, после того, как где три, ты? Блядь, куда идти? В первую, что ли? Серьезно? Раз. Два. В третью, что ли? А ну-ка, подожди-ка. Раз. Два. Где ты? То есть вот в эту. Да ёбаный в рот, в смысле, блядь? Чё вы меня наёбуете, блядь? Раз, два, три. Ну? Фара, где ты? Раз. Я здесь. Два. Три. Где ты? Это какой-то пиздец, вот честно. Так, хорошо. Смотрим тогда. На какую идти нам связь? Где ты? Я здесь. Так, хорошо. Вот. Во вторую дверь, в первую дверь после стены. Может, вот это, подожди-ка. Фара! Раз, где ты? Два. Во вторую. Подожди-ка. Раз. Два. Опа. Где ты? Обними меня. Я не вижу тебя. Ага, вот. Сейчас. Раз. Два. В третью, походу, да? А ну-ка, подожди-ка. Раз. Два. По-моему, в третью, вот в эту. Где ты? Ох, ебать. Что за... Хорошо, это уже становится смешным. Фара? Просто обними меня. Ох-ох-ох. С кем ты говоришь? В первую? Нет. В третью? В четвертую? В пятую? Ты слышишь шестую? Меня? В шестую? Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, седьмая? Где ты? Я здесь. Подожди-ка. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая? Нет. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, Фара, шестая, где ты? Седьмая, что ли? Восьмая? Девятая? Нет. Где ты? Я здесь. Ебать, поворот. Чего, блядь? Раз, два, может, третья? Что Нет. за? Так, подожди. Раз, два, три... Может, четвертая? Фара, где ты? Нет. Раз, два, три. Почему ты ведешь себя так отчужденно? Какого?
может это? Пиздец просто. Хорошо. Где ты? Должно быть, это не просто так. Да я понимаю, принц, что это раз, два, три. Вот это что ли? Хорошо. Блять, принц, чё хорошего? Это ебала. Три, четыре, пятое что ли? Где ты? Хорошо. Да что, блять, хорошего, принц? Два, три, четыре, пять. Может, шестая, блядь? Пара! Где ты? Нихуя. Раз, два, три. Четвертая, может быть. Пиздец. Где ты? Я здесь. Так, хорошо. Раз, какую мы там вышли? В четвертую? Или в пятую? Угу, четвертую. Где ты? Ага. Раз, два, три. В третью, значит, да? Подожди. Сейчас где мы тогда ты? Переключимся. Я здесь. Ну давай, переключайся же ты. Ну. Вот. Дальше. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, раз. Где ты? Чё, серьезно? Нет. Подожди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ладно, хорошо, он проникнется. Вот, а теперь. Раз. Два. Фара! Три, где ты? Четыре. Пять. Шесть. Да ёб твою мать. Раз. В первую, серьезно? Нет. Во вторую. Или в первую? Он в первую пошел. Нет. Подожди, после того, как он. Да ёб где твою ты? Мать. В смысле, блядь? Раз. Пиздец, в смысле? А, раз, два, три, четыре. Ну, четыре, допустим. А теперь в какую? Где ты? Раз. Во вторую, что ли? Нет. Да ёбаный в рот. Раз, два, три, четыре. Блять, Фара! Где ты? Раз, два, в третью, что ли? В смысле, как эта хуйня работает? Раз, два, три, четыре. Ну, четыре. Где ты? После четверки, блять, куда? Ну. Шестую. Где ты? Я здесь. Четыре,
5, 6. Ну, потом во вторую пошел, да? Первую пошел. Где ты? Сири. Я здесь. В пятую. Серьезно, в пятую? Фара, где ты? Пять, шесть. Где ты? Я здесь. Фара, где ты? Я здесь. Он на вторую пошел в прошлый раз. Блять, нет. Блять, я сейчас взорвусь нахуй. Раз, два, три, четыре, ну. А дальше, блять. Где ты? В эту дверь. Что за? Да я в ахуе просто. Раз, два, три, четыре, ну. Может реально в шестую? Где ты? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Какого? Да блять, пиздец, реально, блять, какого хера? Ёбаный в рот. Фара, где ты? Я здесь. Хуем по лбу. Хуй знает, где она, блядь. Ну вот, допустим, блядь. Два, три, четыре, пять, шесть. Ну, допустим. Где ты? Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, ра. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять. Где ты? Я здесь. Вот. Дальше куда? Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Раз. Серьезно, он в первую пошел? Где ты? Я здесь. Блять, он же в первую пошел. Что за ебатка? Фара, где ты? Хорошо. Что хорошего? Где ты? Я здесь. Серьезно? Должно быть, это не просто так. Где ты? Я здесь. Нет. Где ты? Я здесь. А дальше? Фара? Фара! Подожди-ка. А...
Фара, где ты? Я здесь. Ну? Где ты? Я здесь. Вот, он вышел отсюда, а дальше? Раз, два, три, четыре, пять. Пятую, что ли? Серьезно? Фара, раз, где ты? Два, три, четыре. Ага, вот это. Как прекрасно. Иди сюда. Как Луки. Это было реальностью? Или сном? Если это был сон, то этот сон снился нам обоим. Я знаю, что это было так. Фара. О, нет! Зашибись. Мы, получается, без оружия, да? Уже. Офигеть просто. Чё, блядь? Я же без оружия нахуй, вы чё, мужики? Блять. Так сваливать что ли надо? Нахуй пошел. О, нет. В смысле? И чё тут за головоломка? А как мне эти лучи-то отобразить? Чё за... Чё за нахуй? Блять, прекрасно. А как эти лучи убрать, блять? Если что, не до конца луч убран, что ли, или что? Нам нужно заблокировать, да? Полностью. Или наоборот не блокировать, подожди.
Ага. Подожди-ка. Вот же движуха, блядь. И чё? Он же еще до сих пор... В смысле? Он же до сих пор, блядь, недоступен. Чё за дичь? Подожди. Чё? А, ты имеешь в виду... Ебать, как это нам нужно блять, как это нужно сопоставить, алё, вопрос? Это я типа немножко проебался, да? Потому что да. Так, подожди, а... Ага. Подожди, а почему? Почему я немножко проебался в этом смысле, не пойму. Ну, допустим, ну. И что это дает? Чё? Серьезно? А куда этот луч ебашит? Блять, чё за прикол? Чё за шайтанство, а? Так, подожди. Этот же луч так и так ебашит, или как? Подожди-ка. Блять, наконец-то. И... Хорошо. Кинжала у нас нет, и что нам делать? Понятно. Фара!
Ну чё орать, как бешеный? Фара! С легким паром. Так, подожди-ка. Прикольно. Только прикол в том, что у нас нету этого. Блять, вы серьезно? Блять. Нихуя себе поворот, блять. Да, песочка у нас нету, блять. А, ну. Хотя бы сохранение есть, и то хорошо. Мощный меч. Однако. Ладно. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Так. В общей сложности у нас финал займет где-то минут 40-50. Походу еще, да? Так. Ну да. Где-то получается так. Где-то 40-50. Так, это получается... Фара, вернись. Интересно. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Да. Подожди. А, вниз топать. Ну, вниз так... Ну, не в таком плане, прям вниз, принц. Так. Нихуя кнопки не вижу, вот поэтому иди... И как? Чё? Заебись. Ха-ха. Нет, нет, нет. И это тоже был по-другому. Вот единственный минус, когда нет ебучих песков. О, да. Так. Ну хотя бы так. Во-во. Блять, опять отталкивалась или нет? Подожди. Дальше вопрос. Э, чё? Подожди-ка. Э, подожди, это... Воу. Воу! Ёб твою мать! Блять, и подохнуть можно в таком стиле. Чё, это сохранить? Вопрос в другом. Что нужно активировать? Или куда нужно прыгнуть? Неужели на купол? Не, было бы слишком тупо. Да блять. О, а чё за тупость? В чём подвох?
чего, блядь? Наверх. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Сюда, что ли? Подожди. А нахрена нам было-то дойти вниз? Вопрос. Подожди, или тут тупо вода? Сюда, что ли, прыгать? Оу, подожди-ка. Нет-нет-нет, этого тоже не было. Заебись, допрыгнули, называется. Так. Заебись, допрыгнули мы. Не свернули мы с пути. Только нету писка. Вот такие делами. Так. Ну тут вообще чуть-чуть осталось. Вот получается, мы до фары доберемся, злодей. Финал. Конец сказки. Мягкие кроватки. Так, подожди. Да в смысл? Подожди. Это неправильно. Я не упал. Позволь мне начать сначала. Блять, подожди, я в курсе, принц. Я не могу понять, почему он, блять, не разбегается. С какой стороны вот? Середин? Нет, подожди. Ну? Пиздец, блядь. А у него, блядь, у блогера нахуй. У него, блядь, допрыгнул нахуй. Ладно, пробуем еще раз. Пытка не пытка, блядь. Ёбаный в рот. Пиздец какой-то просто. Блять, ну прыгни ты нахуй. Наконец-то, блять. Во, блять. Нахер идите. Вот и съебитесь нахуй отсюда, блядь. Так, подожди. Подожди, блядь. Куда ты можешь отпрыгнуть? Наконец-то, блядь, принц. Хули ты меня? Чего, блядь? А как? Это типа я что должен? Вот так, что ли, блядь? Заебись! Подожди, это не правильно. Еще, блядь, по новой нахуй. Ебать. Пиздец, блядь, логика алкоголика, блядь. Да. Бля, красивое место, однако. А вот это, блин, не жутан.
готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Так, сохраняемся еще раз на всякий случай. Вверх на башню восхода. Ну да. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Да. Так. Там. Ага, понятно. Значит, нужно... Блять, ты серьезно? Ты... Нет, нет, нет. Ебать, он так умер тупо вообще. Подожди. Ага. Так, ладно. Вопрос в другом. А куда тебе прыгать-то? Допустим. Ты имеешь в виду... Тебе... Сюда, что ли, прыгать надо? А дальше? Чего, блядь? Нихуя себе, блядь. Замуты, нахуй. А куда? Тихо, подожди. Да, блядь, тихо, подожди, говорю. Сюда, что ли? Блять, еще одна летучая мышь, заебись. А, ну туда, наверное, нельзя было. Да убери ты оружие. Погнали дальше. Ага. Ага. Тут тупик, значит, по стенкам, да? Там... Не по этой стене, принц. Ёб твою же мать. Так, подожди-ка. Окей. Ну давайте еще раз, ну. Все? Свалили? Птички, блядь. Так, стоп, подожди. Подъебка засчитана, сейчас бы... Да-да. Тут все так сделано, блядь, хитро. Вот это же... Так, подожди, а... Так. По балке, по-моему, да? Или нет? Ебать. А если у меня не получится, ебать? А, ну, ладно. Тихо. Опять, блядь. Там... Съебись. Ебануться, блядь. Но... Все, по-моему, по съебам они дали, эти летучие мыши, блядь. Так. Ага. Подожди, а тут что, наоборот или наверх, блядь? Или куда? Подожди, я что-то нихуя не могу понять. Ага. Блять, ну там вроде тупик внизу, блять. Или... Ну он точно разобьется. То есть, если вот так я сделаю... А нет, хотя подожди.
все нормально. Да я уже панику включил. Так, подожди. Сюды? Нихуя не вижу. Так, подожди. Тут, значит, получается, в любом случае... Сюды, да? Ага. Хорошо. Подожди. Так. 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 Чего, блядь? Не понял. А что там внутри той башни, а ну-ка? Чё, блядь? Не, ему нет смысла. Получается... Чё, серьезно? А как? Подожди. Ну, допустим. И как? Прекрасно. Ха, тогда понятно. Чё, блядь? Чё? Охуеть. Серьёзно? Ебать! Блять! Подожди! Это ебануться! Ебать! Охуеть! А как это проходить, блять? Они серьезно ебанулись. Как можно долго так это дерьмо проходить? Это ж пиздец просто. Они не дают точку сохранения, нихуя. Ты долбоеб? Ебать! Все было не так. Я в курсе, что все было не так, ебать. Но как можно тупануть на этом месте? Это ж пиздец. Охуеть. Просто охуеть. Пиздец. Вот такие моменты, что просто контрольной точки нету, игра такая, ну ты будешь сосать. Из-за управления. Тупо из-за того, что толчки не получаются. Так, подожди. Охуеть, блядь. И все, блядь, по новой, нахуй. Нахуй идите. Ёб твою мать. Охуеть, не встать. Пиздец, тяжелое место. А наверх это еще легко делается, а вот именно вниз это делается очень, короче, непросто. Пиздец, из-за одной мыши сейчас придется стоять. Пиздец, блядь. Принц, да я сам в ахуе, вот честно. Ох, в ахуе то, что был бы это эмулятор Принца Персика. Хотя я не проверял, как на эмуляторе на приставке Принц выглядит. Но я думаю, там разницы бы не было большой.
Так, вот получается раз, два, три, да? Ну ладно, давайте еще сюда. Идите. Красавчики, блядь. Так. Ебать. Пиздец, блядь. Забираться нахуй. Потом, блядь, опускаться. Ты ебануться просто. Это реально тяжелый момент. Так. И надо все это делать, как сказать, прям, знаете, как монотонно. Раз, два, три, четыре, там, пять, шесть. Не сделаешь, все, блядь, он упадет нахуй. Блядь, пиздец. Но вот именно опускаться, это вообще ебануться просто. Просто ебануться. Подожди. Раз, два, три, четыре. Я вот не помню, как он это делал. Как это сейчас будет делать этот, подожди-ка, ютубер. Вот, допустим. Раз, два. Он просто отталкивается, да? Ну да. Так, подожди. А если раз, два, три... Да, блядь! Да в смысле я... Ебать, я пробел упустил? Серьёзно? Всё случилось не так. Охуеть! Просто охуеть! Нет, 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 этого тоже не было. Могу я продолжить? Чё, блядь? Чё, серьёзная игра? Фух, блядь, игра решила, что я спустился. Ебать, мне повезло. Чё, в натуре? Ох, ебать, повезло. Так, подожди. А дальше? Это что, типа успеть кнопку нажать? Блин. Окей. Так. Ебать. Да нахуй идите, блядь. Заебали. Ебучие мыши, вот честно. Блядь. Ну вы реально заебете, идите нахуй. Блядь. Да ёбаный в рот. Блядь, дайте мне встать, а, пидоры ебущие, блядь, заебали. А кинжала-то, блядь, нету. Вода. Серьезно, нам дали здесь воду?
Фух, наконец-то, блядь, сохранение. Ёбаный в рот. Так. Ага, сохранение с той стороны. Ладно, замечательно. Чё, блядь? А, понятно, наверх. А потом чё, по балкам забираться, что ли? По балкам? В натуре, блядь? Подожди. Ну ясно, понятно. Походу, что по балкам. Пиздец. Верхний на башне Востока. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Да я как бы не сомневался, что ты историю... А, 95% восходящее солнце. Ну да. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Так. Угу. Понятно. Ну да, еще чуть-чуть осталось, минут 30-20. Так. Так, снова наверх, по-моему, да? Так, подожди-ка. Да ёбан! Да что ты, блядь? По ровной платформе, блядь, забирайся, блин, заёбь. Короче, заёбище. Хоп, подожди, в смысле, блядь? Они раньше рушились? Не пойму, блядь. Ладно. Так, подожди, а... Куда, блядь? А, сюда. Точнее, сюда. Так, а в какую сторону? А, ну понятно. Логично же. В какую сторону, блядь, топать? Так, подожди-ка. Ага. То есть, скорее всего, он бы не допрыгнул, да? Или допрыгнет? Чё, блядь? По-моему, не допрыгнет. По-моему, мне кажется, тут подъёбка. А ну-ка, давайте по стене попробуем. Ну да. Как можно не чувствовать подъёбку? Я подъёбки чувствую своим мягким местом. Так. Подожди-ка, принц. А дальше-то чё? Куда? Блядь, ты ж не... Вы ж... Мне не хотите сказать, что... Чего, блядь? Это что значит? Чё за хуйня вот действительно? И чё делать? Очень странно. Все-таки сюда, да? А именно что делать здесь? Что он сделает? Чего, блядь?
Серьезно? Подожди. Я, в принципе, предполагал, что нужно сделать то, что я думал. Подожди. Да. В смысле, блядь? Так, подожди-ка. Да. Место красивое. Так. Подожди-ка. А, тут фонтан, что ли, просто, или чё? На-на-на-на-на-на-на-на-на. Да. Тут оказался просто фонтан и все. Блять. Так. А здесь-то что делать-то? Не пойму. Не, Эбли. Эбли. Нахуй вас всех. Блять, аж чихнул нахуй. Так. Так, подожди, а после того, как просто на ту сторону перейдем. Да блять. Да. Вот хитрые суки, блять. Ну, все нахуй. Птица, блядь. Серьезно, блядь? Подожди. Фух, блядь. Я думал, все, пиздец. Подожди. Ну, естественно, он не допрыгнул так высоко. Тихо, подожди. Подожди, к чему ты сейчас это клонишь? Ты ж мне не хочешь сказать, что я должен прям вот так прыгнуть? А, нет. Все верно. Так и надо было хуячить. А что? Да, блять, подожди. Спать тут камера неудобная, блять. Пиздец. Калуки! Фара! Нет! Жесткий момент. Да что тут? Да в смысле? Какого хера я, блядь, не могу его ударить, блядь? Не, блядь, блоки ставят эти пидорасы.
Да, блядь! Да, блядь, заебал, блядь, ёбаный пёс! Ты пёс ёбаный, я сказал! А чё песка нету? Я не пойму. Песок должен быть. У меня почему-то... Да, блядь. Ебать. Да, блядь, ну реально не смешно. Ну чё за... Что за скриптованность, блядь? Блядь. Реально уже, блядь, не смешно, нахуй. Песок типа есть, но песка типа нету, заебись. Да, блядь, сколько их тут, блядь. Блядь, бьёшь, блядь, сколько раз бьёшь, им похуй. Угу, блядь, конечно, блядь. Тут вообще нихуя... Да ёбаный в рот, ну ничего не срабатывает. Как работать после такого? Объясните, блядь. Ну никак не работает нихуя. Если только так. Да... Заебал. Блять, ну как наркоманы хуевы, блять. Ну что за ну. Что за хуйня? Объясните, пожалуйста. Да ни хуя, блять, не работает, блять. Не так, не так. Да блять. Сколько там? Два врага осталось или сколько? Пиздец. Понятно, что он показал. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Я мужественно сражался и убил моих врагов. Честь и слава были моими. Но хотя я сражался, пока сами пустынные пески не стали красными от крови, я не мог оживить мертвых. Нет. Нет. Girl, is that important? Отдай мне этот кинжал, и я дам тебе силу. Вечная жизнь станет твоей. Жить вечно? А те, кого я любил, будут мертвы по моей вине? Нет. Я выбираю смерть. Thank you.
Не бойся. Это принадлежит тебе. Кинжал времени? Но он должен находиться в сокровищнице моего отца. Как? Большинство людей полагают, что время — это как река, которая всегда течет в одном направлении. Но я видел истинное лицо времени, и я могу уверить тебя. Они ошибаются. Время — это штормовой океан. Ты можешь спросить, кто я такой и почему я говорю это. Присядь, и я расскажу тебе историю, подобной которой ты еще не слышала. Но сначала представлюсь. Я сын Шахрамана, и поэтому-то я и здесь. Чтобы предупредить тебя и твоего отца, чтобы он арестовал этого вероломного визиря до того, как он предаст вас и принесет беды нам всем. Его сигнал — огненная стрела, выпущенная в небо. Остановите его, и армия моего отца поймет, что предательство было раскрыто. Они повернут назад. Бог мой, меня посетило предвидение. Персидский солдат, жаждущий славы, проник в покои дочери Магараджи и был убит мною. Ваше Величество, ради вашей же безопасности я предлагаю вам бежать. Я разберусь с этим бандитом. Матрудима Пхима Пахи. Позволь мне отдать его моему отцу. Пусть он судит. Миледи, он пришел сюда, чтобы похитить вас. Он предаст тебя! Да. Все произойдет так, как я предсказал. Как изобретательно. Не забывайте, что он персидский солдат. То, что я рассказал тебе, не сказка. Это произошло. Я имею в виду... Это действительно произойдет. Смешны. Матрудима Пхима Пахи. Ох, как долго. Я вдоволь наслушался приказов от старого идиота и сопливой девки. Ваш отец был великим воином в своей юности. Ну, или, по крайней мере, он заставил мир поверить в это. Какая жалость, что его сын совсем не похож на него. И вот опять, возможно, отец и сын... Ты действительно веришь, что ты можешь победить меня? Осторожно! Не устань слишком. Матрудима Пхима Пахи. Знает, что его собственная дочь убита сыном его врага.
У тебя есть последние слова, которые ты хотел бы, чтобы я передал принцессе перед тем, как я убью ее. Слова любви. О! Так это правда? Он действительно был предателем. Возьми это. И верни его в сокровищницу твоего отца. Храни его. Я благодарна тебе. Но зачем ты придумал такую фантастическую историю? Ты думаешь, я ребенок? И поверю в такую чушь? Я сказала, что благодарна тебе, но не более. Такую фантастическую историю. Ты думаешь, я ребенок? И поверю в такую чушь? Ты права. И это всего лишь сказка. Подожди. Я даже не знаю твоего имени. Называй меня просто. Каккалуки. Вот, дорогие друзья, мы, в принципе, и прошли «Принца Персии». Я надеюсь, вам понравилась такая сказка. Такая вот неплохая, в принципе, история. Ну а всем до встречи в следующих играх. И мы обязательно пройдем вторую часть «Принца Персии». Самую лучшую часть из всей трилогии «Принца Персии», по-моему, «Схватка с судьбой», да. Так что, в принципе, спасибо, что смотрели, дождались финала. А всем, как говорится, до новых встреч, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. Не забывайте приглашать друзей. Вот. Ну а всем до новых встреч. С вами был Казуку Фэмили. Всем всего хорошего и всем пока-пока.